телефон. Чё, тубус? Давай, вот, вот это тубус. Так, всем привет. НСТ. Впервые у нас личная очная встреча. Сейчас на самом деле, скажет, как его зовут, кстати говоря. Как тебя зовут? Сейчас вспомни. Сейчас мы сказали тут. А, меня Даур зовут. Серьезно? Тут реально есть был человек, который думал, что меня Даур зовут, поэтому я Даурекум был. А, собственно, вот. Так настоящее имя все-таки Даур? Нет? Ну да. Ну и как? Да ты заеб... Представьтесь, или ты не хочешь? Тимофей Николаевич. Здравствуйте. Тимофей Николаевич? О, вот, наконец-то мы из первых рук узнали. Вот, ну что, что будем делать дальше-то, Тимофей Николаевич? Как будем бабу-то делить? Какую бабу? Как будем бабу-то делить? Я от камеры пока ушел там. Ну что, надо играть, короче, играть там. Какие впечатления? Может, закрывать все пора уже? Тут? Не, вообще в целом. Я вот у меня есть нормально, такие уже да. ощущения, потому что ничего не движется с мертвой точки. Да, двигается, двигается. Вот. Надо хоккей побольше. Я уже проигрываю, и вообще новых людей не приходит. Вот новые люди. Потому вот, что нужно брать его. Вот из-за такого несерьезного отношения, как у тебя. Хихоньки-хахоньки. Носки, тапочки. Хихоньки-хахоньки, а Путину уже 70 там скоро. А мне уже скоро там еще больше. Почти как Путину. Вот, а ты так и будешь. Ты тапочки сними. И что там? Ну, тапочки, носки, еще носки, тапочки. Представляешь, у нас режим Путина ворвался, что ли? Да. Да. Нельзя без тапочек. Короче, я совет даю, чтобы все играли, надо прям жестко давить НЛП. Ну прям, вот прям вот откровенно пишешь личку человеку, ты че за... Ты что, за нашел? Кого голосовал? Работу нашел, да? Ну, сдохнешь так, иди играй. На бабу променял, да? Пацанов, реально. Я так пробовал, на самом деле, не помогает. Наоборот, сливаются слабые звенья, потому что все ретро-геймеры — это глубоко ранимые люди. Они по каким-то причинам избегают социума. И если начинаешь на них давить, они знают, что это... У тебя заготовленная фраза. Так, еще раз, кто у нас первый плей? Там заготовленная фраза. Я просто уже пробовал. Миллион раз. И давить там. Сколько народу слилось из-за того, что я просто давлю. Просто надавил. Почему ты меня логически человек надавил, что кластер должен быть за киборга? Ну, да. Серега крепкий оказался. Я его и так. Он говорит, давай, буду участвовать, и все. Во что? В чем участвовать? Да мы обсуждаем просто тебя за глаза. А, что интересного? Да выяснили. Ничего, говно человек просто. А, не, ничего. Бегать так умеет хорошо. Да. И то в черепашек. Подбежал, кинул. Ну что, выключаешь арматы?